Юми и Янис, Казахстан. Мы в этот раз мы думаем, что мы дадим то, что они от нас хотели. Все будет ярко, все будет танцевально, как и хотелось и Тора, кстати. Они вместе в дуэте очень хорошо совместили гитару, вокал. Они друг друга дополняли. И свисать с балкона могут все. Потому что самое главное есть чувство, есть голос, есть ритм, такт, все. Стоит только удивлять. В тот момент мне казалось, что они самый лучший номер вот на сегодня, мне кажется, они подготовили. Я от них тоже ожидаю большего. Ох, тот солдат, который не хочет стать генералом. Мы хотели бы. Ты хотел бы? Ну да, конечно, всегда хочется победы, конечно. Вот поэтому, да, конечно, хочется. Очень хочется. Очень. Я уж не знаю, как сложится, но очень хочется. Побеждать всегда приятно. Хватит, подруга, мучачо, замучен. Твое тело захватило румба. Бона фиеста. На танцполе нет живого места. Это то, что попита тебе надо. Это грязная самба. Это грязная самба. Подойди ко мне поближе. Не стесняйся ближе, ближе. Подойди еще поближе. Я хочу услышать эмбо. Обжигай меня, да. Молодцы, парни, зажгли, зажгли. В прошлый раз мы помним, что наша уважаемая Ситора сказала, что было бы замечательно, если бы песня была красивая и танцевальная. И поэтому мы подготовили нашу авторскую песню и посвятили специально для вас. Спасибо! Спасибо большое. Мне очень приятно, что вы посвятили эту песню мне. Честно сказать, у вас шикарная песня, исполнение, вообще все. Ну, вы же видели, как я танцевала. Я просто... Я в восторге от вас. На самом деле, вы знаете, чем прекрасен, да, номер, тем, что он действительно авторское. Вот перепеть,
там, да, миксануть, там, кавер-версии, это все это понятно, но я это услышал и прям получил огромное наслаждение. Причем же ведь первый куплет на казахском такой был, потом на русском, и все это еще смешано с испаньола. Грация, вилья, грация. Молодцы, ребята. Спасибо вам большое. Увидимся чуть-чуть позже. Удачи. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.